Всем привет! Вы смотрите канал Askelly, и с вами я, Полина Кирова. Сегодня я расскажу вам самые классные новости из мира моды. Любите ли вы показы в странных местах? Если да, готовьтесь к показу Christian Dior Resort 25 мая в конюшнях замка Шантии. Готовьте удобную обувь и одевайтесь потеплее. Место выбрано не случайно. В 1947 году Christian Dior посвятил именно этому замку одно из платьев в своей зимней коллекции. Ждем! Любите путешествовать и уже готовитесь к сезону отпусков? Подумайте о сохранности вашего багажа. Louis Vuitton в этом году выпустил специальный трекер для чемоданов, и теперь ваши вещи не смогут улететь ни в каком другом направлении, кроме того, которое вы задали. Этот трекер стоит 21 090 рублей и уже продается на сайте Louis Vuitton. Срочно покупаем! Я надеюсь, вы уже начали приводить себя в форму и вовсю занимаетесь спортом, ведь скоро начнется лето. На самом деле вам будет гораздо сложнее купить свои любимые вещи Adidas офлайн, потому что магазин теперь принял решение все перевести в онлайн. У магазина на данный момент более 2500 собственных торговых точек и 13 тысяч франшизных. В 2018 году это количество значительно сократится. 900 миллионов долларов. Вот такую сумму Adidas готов инвестировать в свой сайт. Представляете, это как такая маленькая страна. К 2020 году руководство Adidas планирует увеличить продажи онлайн-магазина в два раза, до 4 миллиардов долларов. Представляете, это уже большая страна. Ну что ж, будем заниматься спортом и покупать свои любимые вещи Adidas онлайн. Если вам немного за 30, еще есть надежда выйти за кого-нибудь из списка Bloomberg Billionaires. В этом году первые три места отдали следующим номинантам. Это основатель Amazon.com, основатель Microsoft, как вы уже знаете, это Билл Гейтс, и на третьем месте Уоррен Баффет. А на четвертом глава компании Louis Vuitton Мэтт Хеннесси Бернар Арно с 70 миллиардами долларов. И даже тот факт, что ему уже больше 60 лет, никого из вас, наверное, не остановит. Дерзайте! Если вы покупаете вещи на Askelly, вы в тренде. Согласно исследованиям, к 2021 году ресейл уже охватит до 49% от всего модного рынка, и его продажи будут составлять порядка 41 миллиарда долларов. Если вы еще ничего не купили на Askelly, самое время начать. Вы смотрели канал Askelly. Увидимся в следующем выпуске. Пока!